согласен. Да, что мы опять никакой конкретики не увидели, что, получается, не хотят нам прибавлять ни заработную плату, ни убирать дублирующие маркеты. Ну, мы так считаем, что все здесь куплено. А как вы считаете, что это вот подобное заседание, то, что хождение по кругу, или что, что-то сегодня новое вы для себя услышали, или наоборот? Дело двинулось вперед, стоит на месте, или наоборот, все откатилось? Все стоит на месте, скажем так. И все как и было. Все, вот, ходим около, 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 надо здесь деньги взять, там что-то, там надо вот, сказать, что я перенервничала. А вот итальянская забастовка, которая была отменена неделю назад, более недели назад, она продолжится? Мы посоветуемся, мы соберем профсоюз, наше собрание, посоветуемся и там вынесем решение какое-то. То есть вы не исключаете, да? Вы не исключаете, да, что... Конечно, нет. Мы будем продолжать бороться, да.